Сколько времени? Самое время продолжить. Уже 3 часа ночи, пошли спать. Да, сестренка, последняя ночь, ну пожи. Давай, проходи быстрее, а то я сейчас усну. Надо пройти последнюю ночь, надо выиграть. Game over. Ты что, так и не победил? Я не помню, но похоже, да. Вообще, играть в страшные игры в 3 часа ночи нельзя. Вообще, тебе глупости в интернете тоже читать нельзя. Ладно, пойду еще посплю. Братик, ты забыл, где находится стол, или просто решил угостить тараканов? Какая я голодная! Но стоит ли есть с пола? Да еще и чужую еду! А кто видел, что она была на полу? Я лично нет. Тем более, она у меня в руках. А значит, она моя. Как он услышал? Я что, сильно чавкала? Братик, это ты? Что же я делаю? Я же съела всю его еду. Надо быстрее спрятаться. Зеленый, ну ты где там? Уже туда. Что, не видишь, куда топаешь? Ах да, ты слепошара. Я что-то чую. В этот раз это точно не я. Наверное. Это человеки. Они где-то здесь. Ого. Еда на дом? Вот это сервис! Надо их поймать! И быстрее остальных! А то нам опять одни косточки останутся! Где моя еда? Я хочу есть! Где моя еда? Я хочу есть! Скорее всего, в твоем животе.
нету! А в тарелке смотрел? В тарелке тоже нет! Кто сожрал мой любимый кошачий корм? Глухой! Ты мою еду сожрал! Я не глухой, я слепой. А, глухой раскололся, он все слышит. Где еда, говорю? Крыса утащила. Огромная синяя крыса? Да! Нет. Почему все говорят, что я самый тупой? Потому что ты синий, а синий цвет тупой. Отдай корону. Нет. Нет. Глаза б мои вас не видели. Глухой, походу, еще и тупой. Ты ж слепой! Я хочу есть! Я хочу есть! Есть! Есть хочу! Ну, отгрызи себе ногу. Отличная идея. Слышите? Еще и видим. А теперь и чувствуем. Кажется, наш обед совсем близко. Ням-ням. Привет. Кто это? Не подходи. Почему? Мало ли ты плохой и страшный. Но я не такой. Ага. Я тоже так всегда говорю. Ну вот видишь. Стоп, что? Сделай шаг влево, пожалуйста. Ну или вправо. Это же ловушки. Да, тебе нравится? Для тебя старалась. Мне это все не нравится. Знаешь, сколько я эти ловушки для тебя расставляла? Зачем? А я тебе нравлюсь. Ну ты так-то норм. Тогда для меня попадись в ловушки. Не хочу я никуда попадаться. Ненавижу человеков, упертые, как ослы. Но ты же не такой. Шагни влево. Зачем тебе это надо? Чтобы покушать. Ну я не еда. Ну это пока. Ой.
О, это! Не обращай внимания. Просто сядь на кресло и не подглядывай. Я не тупой. А зря. Кому-то нужна помощь. А говорил, что нравлюсь. Все человеки такие. Боже мой, спасите! Ты в порядке? Что случилось? Подойди! Еще ближе! Не трогай его, Нытик. Это моя добыча. Кто добыча? Я не добыча. Как скажешь. Не трогай его. Это мой парень. Но мне будет очень грустно тебя съесть. Вот и отдай мне, я первая его увидела. Смывайте свою канализацию. Я оглохла и не слышу ничего. Можно больше не смеяться. Можно, когда я буду тебя есть. Чего мы спорим? Нам же хватит того человечка на двоих. Точнее. Будем делить этого человечка вдоль или поперек? Зарубимся на выход и подальше отсюда! Да не бойся, он слепой, как крот! Слепой, но не глухой! А! Тогда бойся! Почему мы тебе еще намордник до сих пор не купили? Я же говорил, что вы тупые! Обнимашки! А зачем вы нам тогда? Рыжий прав! Сидим!